Плоские рубероидные крыши советских пятиэтажек в шутку называют большими бассейнами. В дождливую погоду здесь собирается вода и через повреждения в покрытии просачивается в квартиры верхних этажей. Повредить рубероидный слой очень легко. Кто-то залез на крышу, антенну установить, кто-то вентиляционный колодец почистить. ЖКХ вынуждены ремонтировать кровлю каждый год, а это немалые деньги. Гарантийный срок службы плоских рубероидных крыш – 10 лет, после чего требуется капитальный ремонт. Это полностью зачистка верхнего покрытия, это убрать теплоизоляционный слой, который там лежит, опять восстановить стяжку и снова, значит, установить теплоизоляционный слой с покрытием мягкой кровли рубероидной. На это нужно порядка 2,5 миллионов рублей каждые 10 лет. Современные технологии предлагают новые варианты кровельного покрытия, но они по многим показателям уступают проверенному десятилетиями хризотил-цементному шиферу. Заводская гарантия на скатную шиферную кровлю 25 лет. По факту же такие крыши служат 50 и почти не требуют текущего ремонта. Один раз потратив на замену плоской кровли на скатную шиферную кровлю, нужно потратить порядка 5 миллионов. И потом 50 лет практически не тратить денег на содержание этой кровли. Специалисты все чаще рекомендуют использовать хризотил-цементный шифер при проведении капитального ремонта. Кроме низкой стоимости, высокой прочности и практичности в обслуживании, скатные кровли из шифера считаются самыми экологичными и безопасными. Шифер официально классифицируется как негорючий материал, обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. В квартирах под скатной шиферной крышей сухо и тепло в любое время года. Я проживаю на 5-м этаже, являюсь собственником квартиры. У нас дом построен с 1963 года. И как покрыта крыша шифером на сегодняшний день, так она и служит у нас хорошо. На сегодняшний день у нас проблем с ней абсолютно нет. Сегодня хризотил-цементный шифер – это уже не скучное серое полотно. Современное производство освоило технологию окрашивания шифера в любой цвет. Стоимость такой кровли будет ниже, чем покрытие из других материалов. А это значит, что на средства, выделенные фондом капитального ремонта, можно отремонтировать больше крыш.